Всем привет! Сегодня я бы хотела рассказать про свою историю скрапбукинга. Вот такая вот посылка. Это тут что-то писать. Вот тут всякие стразы, ленточки, розовый конверт и открытка. В течение дня выйдет вторая часть. Вот поэтому и по моему личному дневнику. Там еще немного зимнего новогоднего скрапбукинга. Вот мой самодельный скрапбукинг. Ой, тут всякие брызги, краски. Вот. Ну и вот. Короче, в течение дня. Сегодня какое у нас число? 14-е. Вот, сниму вторую часть моего скрапбукинга. Вот, если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Блин, хотела кота снять в лежанке, а он сбежал, как назло. Сегодня у нас облачно и ветер. Поэтому солнце то скроется, то появляется. Поэтому я лампу включила, чтобы было для вас светло. Ну, на этом было все. Всем пока-пока.